Всем привет! Хочу показать вот такую металлическую губку от компании Атоми. Вот в такой упаковке их две содержится. Одной я уже пользуюсь, вот такая она у меня полгода держится. А это новая. Ну, новая не новая, но ей я чистила потолок натяжной у меня от кухни. Брызги были, жировые пятна, и пожелтели все на потолке натяжном. Я вот этой металлической губкой все жировые пятнышки очистила. Вот видите, как она тянется, мягкая. Вот это металлическая корейская губка. Портить ее не буду здесь. У меня есть специальная, которой я пользуюсь. Вот плиту также чищу. Ни одной царапины не происходит. Значит, загрязнилась моя плита. Давайте уберем. Вот она какая. За неделю трудовых дней. Вот я ей вот так вот очищу. Нисколько не боюсь. Потому что я знаю, что царапин не остается. Металлические эти волосинки. Мягкие, тончайшие, пластичные. И вот, видите, нету ни одной царапинки. Как-то пробовали у меня мои детки очень давно нашими российскими, всю плиту изгадили, всю исцарапали, потом они зато и получили. Это не я. А теперь я боялась, конечно, начинала опыт мой с потолка натяжного. А думаю, ну а что же, плиту тоже надо попробовать, ничего и не будет. Уж потолок выдержал. Вот так вот и все вот зачищается. Не надо никакого мыльного порошка, чистящего порошка или что там, пены. Вот. Вот видите, все на сухую, даже ничего не это. Царапины видите, нету ведь? Нету ни одной царапины. Вот этой губкой я пользуюсь уже полгода от компании Атоми. Рекомендую, не пожалеете. У меня уже показывала на работе, девчоночкам своим показывала. Уже приобретают, заказывают. Нахваливают, где ты раньше была, почему молчала. Вот такие вот дела. Вот, покажи поближе, чистенько, да? Вот здесь вот еще точечки у нас. Эти точечки у нас тут такое дело было, грели мы кирпич. От кирпича у нас накапал этот песок. И вот видите, вот на эмаль все впиталось, все вгорело. И вот это все отдирается вот спокойненько. Оно прям туда впилось. Эти вот песочные вот эти детальки-то, как их называть-то, песочек-то. И вот видите, все, никакой царапины. Это же просто чудо. Подписывайтесь на мой канал. Все подробно расскажу, как заказать эти губки. Пожалуйста, задавайте вопросы. Вот, чистенькая, аккуратненькая. Нисколько не пожалеете. Вот. Пусть она лохматая стала, но она чистит еще идеально. Еще прослужит года два. Всем спасибо. До скорых встреч.